обновленном планетарии работает также и мини-студия – «Малый звездный зал». Он служит не только для создания собственных полнокупольных программ, но и для демонстрации образовательных фильмов. Малый звездный зал московского планетария – это единственное место в России, где зритель становится героем фильма без специальных стереоочков. Секрет заключается в особой форме экрана полусферы. Он не случайно установлен под углом 160 градусов. В таком положении зритель теряет ощущение границ кадра. В сознании включается так называемый псевдостереоэффект, когда объекты обретают объем и зависают в воздухе.